Вампир, или упырь, или вурдалак, в низшей мифологии народов Европы мертвец, по ночам встающий из могилы или являющийся в облике летучей мыши, сосущий кровь у спящих людей, насылающий кошмары. Считается, что вампирами становились нечистые покойники, преступники, самоубийцы, умершие преждевременной смертью и погибшие от укусов вампиров. Образ вампира нередок для кинематографа и художественной литературы, хотя вампиры из художественных произведений обычно имеют некоторые отличия от вампиров мифологических, СМ. Характерные черты вампиров из художественных произведений. В фольклоре термин обычно используется по отношению к кровососущему существу из восточноевропейских легенд, но часто вампирами называют и схожих созданий из других стран и культур. Аналогичный фольклорный персонаж восточных славян – упырь. Характерные черты вампира в различных преданиях сильно разнятся. Некоторые культуры имеют истории о нечеловеческих вампирах, например, летучих мышах, собаках и пауках. В зоологии и ботанике термин «вампиризм» используется по отношению к пиявкам, летучим мышам-вампирам и другим организмам, которые питаются телесной жидкостью других существ. Термин «вампир» может использоваться, чтобы обозначить любое мифологическое магическое существо, которое является хищным паразитом, высасывающим силу, энергию или жизнь из жертв. Мифологические существа, которые действуют в схожей манере, часто рассматриваются как образец вампира, даже если они не наслаждаются кровью.